державный. А вот мало кто знает, что автор музыки царского гимна только родился в Прибалтике, но и умер здесь. Алексей Федорович Львов родился в Ревелине на Таллин в Эстонии, а похоронен в Ковне, ныне Каунас, Литва. А он умер, его похоронили в Пожайском Успенском православном монастыре. Ну, изначально монастырь был католический, у католиков его отобрали после неудачного польского восстания. Поэтому нет ничего удивительного, что после развала Российской империи, уже во вновь независимой Литве, монастырь был возвращен католикам. Однако могилы православных людей справа от церкви до сих пор сохранились. И одна из них принадлежит автору одной из самых запоминающихся мелодий в русской музыке и российской истории. Его могила сейчас покрыта снегом, лед очень сильно прилип к памятным плитам, поэтому я не стал их чистить. Все равно ничего толком невозможно прочесть, да и зачем, если в интернете есть очень много фотографий, сделанных летом, когда очень хорошо видны надписи. Но, как мы видим, кто-то приходит и ставит свечки на могиле Алексея Львова и его супруги Прасковьи, урожденная Боза. Что ж, русские не забывают автора одного из своих гимнов. Символичным. Это символично, господа.